Друзья, всем привет! Недавно готовил солянку, все просили рецепт, решил приготовить. Солянка необычная, поэтому смотрите это видео до конца, и в конце вам покажу самый главный ингредиент, который делает ее необычной. Поехали! Немножко об ингредиентах. Значит, их, как в любой солянке, рецептов мало не бывает, у каждого она своя, авторская, как бы, у кого что есть, да? То есть я люблю, чтобы было отварное мясо, разные виды копченостей, колбаса, салями, балык. Можно добавить грудинку, лук, маслины, оливки, соленые огурцы, акцентирую ваше внимание, не маринованные, именно соленые огурцы или квашеные, растительное масло, подсолнечное масло, томатная паста, по специям перец, горошек, лавровый лист, больше ничего не надо. Начинаем! Забываем за маслины, оливки, засыпаем все сейчас. Я вам обещал рассказать секретный ингредиент этой солянки. Ну, первое, оливки выливаю вместе с рассолом. И второе, рассол от соленых огурцов и кислый, и соленый, то, что нужно, тоже добавляем. Все перемешиваем. Видите, какая прелесть. Это уже вкусно. Ждем, оставляем на 15 минут. Через 15 минут включаемся. Минут в среднем 15-20. Ну, собственно, у нас все готово. Выключаем и будем смотреть, что получилось. Крышечку берем. Ну, скажу вам, ребята, это что-то очень интересное. Так, самое время мы заметим, что мы не солили. Попробуем на соль. На соль отлично, солить не надо. Солений, рассола, ну, у нас, в принципе, соленого хватало, поэтому все, будем дегустировать. Это невероятно вкусно, просто нет слов. Вы понимаете, не выпить под такую солянку, это преступление. Готовьте по этому рецепту обязательно.
Пишите в комментариях, как получилось, понравилось или нет. Пишите свои рецепты, буду очень рад. Ну, конечно же, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, вот, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить ничего нового. И до встречи на нашей мужской кухне. Давай, друзья!